вообще им сдалась эта Аристи? Не знаю и знать не хочу. Фред, мы не обсуждаем приказы, а выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект Женевьева Аристи, президент корпорации Armachem Technology. По разведданным она прячется в Тинхаусе. Задача блокировать здание и взять ее под стражу. Вернее, под защиту. И бить, даже если будет сопротивляться. А она наверняка будет. Мы считаем, что она напрямую связана с резней в главном офисе Армхи. Как я уже сказал, не знаю и знать не хочу. Она важный объект, мы должны ее доставить. Это все. Делаем все по правилам и чистенько. Шеф, расслабься. Она менеджер. Что она сделает? Отправит злобную СМС? Дело не в ней. Командование считает, что совет директоров Армхем заметает следы. И они постараются, чтобы Аристи держала язык за зубами. Порс, ты со Сторс. Диган, ты со мной. Бэк и Фред, Мэнни высадит вас перед главным входом. Встречаемся в поле. Блин, почему я должен идти с Брэкетом? Потому что я не люблю нытиков. Ну, вперед! Еще раз, не стрелять просто так. Мы должны найти Аристи, а не снести ей башку. Какая-то лажа. Неужели эта баба так крута, что ее не смогут взять копы? Радуйся, что нас не бросили в офисе Арма. Там разведчиков клочья порвали. Ситуация выходит из-под контроля. Ваша остановка, парни. Ред, Беккет, доложите обстановку. Все тихо, шеф. Хорошо, мы идем внутрь. Похоже, главный вход перекрыт. Шеф, кто-то пришил уборщика в туалете. Стреляли в затылок, в упор. И в поле стреляли. Один точно убит. Судя по крови, и есть второй. Давайте быстрее. Блин, как много ступенек. Приятности вперед! Бэкет, под ворота! Тут чисто! В пентхаус Аристит ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер, нахер! Кто-то тут кровью зашел. Может, в аорту попали? В аорту? И какая это подключичная или сонная? Друг, шутки над чужим невежеством — признак неуверенности в себе. Надо скорее найти Аристит. Согласен. Фокс, охраняй холл. Ред, на лестницу. Остальные за мной. По лестнице? Шеф, ты чего, не в себе? Там же тысячи этажей. Меня не колышет. Что там? Черт! Сукин сын! Он теряет кровь! Черт! Я им займусь! Сокс, Беккет, идите вперед! Шеф, броня остановила большинство пуль, но одна прошла насквозь. Хреново. Плохо, но жить будет. Ты как там? Кажется, они задели аорту. Чувак, ты упарил. Какой вид, а? Ну, Беккет, нас теперь двое. Будь начеку, я в тебя верю. Народ, смотрите, в кого целитесь. Аристит, не стрелять. Напоминаю, она нужна нам живой. Иначе премиальных не будет. Приготовиться. Расход. Нужно подкрепление. Третья группа, а ну живо сюда. Внимание всем, похоже, у нас проблема. А я проблемы не люблю. Где эта чертова вертушка? Пусть уже высаживают подкрепление.
вроде чисто. Молодец, Бэк. Я найду другой вход. Рэд, ты где там? Все еще поднимаюсь. Жалкое зрелище, иначе не скажешь. Отсоси. Очищай дерьмо за советом директоров. Если меня найдут, мне конец. Я поднялся наверх. Все чисто. Ну, наконец-то. Попробуй найти Стокс и Беккета. Так точно. Уже поднимаюсь.
здесь 12 лет в темноте. Я вижу вас с помощью охранной системы. Осторожней, их много. Направляйтесь в спальню. Там есть потайная дверь. Черт, кто-то глушит сигнал. Думаешь, кто-нибудь поверит, что совет директоров не знал? Вижу. Остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Ты знал, что будет так. Мы оба знали. Сержант Беккет, где остальная команда? У нас мало времени. Вы, ваша группа, наш единственный шанс остановить армию. Боже, это она. Упрямый сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. Сержант Бек, что-то не так? В чем дело? Она старая женщина, и даже нас сознает.
Забирайте его. У нас мало времени. Зрачки еще расширяются. Он реагирует на лекарства. Проверьте дозировку. Этого быть не должно. А если не поможет? Доктор Йорк, в чем дело? Минутку. Черт. Готовьте дефибриллятор. Возможно, фибрилляция. Заряд на 200. Нет, на 300. Доктор Йорк. Он жив, но мы движемся слишком быстро. Нам надо... Мне нужен результат. Готовьтесь вести морфий. 4 метра. Да, пустите, доктор Йорк. У него тахикардия. Сначала его надо стабилизировать. Нет времени. Он нестабилен. Продолжать операцию будет ошибкой. Вы рискуете. Доктор Йорк, у нас есть выбор. Продолжайте. Хорошо. Заряд на пустом. Ты почувствуешь электрику. Вот так. Слабый сигнал от тебя и от Беккета. Больше никого.